Coro bacara 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 batente cara che dumba cara bacara grande che dumba cara bacara bacara grande che dumba cara bacara 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 dumba cara bacara bacara grande dumba cara batente. Приветствую тебя на этой молитве именем Хашуа Мелехай. Призываю имя Хашуа Мелехай на эту молитву, на это молитвенное время, на это молитвенное пространство. Именем Хашуа Мелехай. Курукура бакара 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 кенду гуду гудум бакара 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 кенду гуду гудум бакара 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 бакара. Призываем Хашуа Мелехай на мышление. Призываем Хашуа Мелехай на сердце. Призываем Хашуа Мелехай на всю информацию, находящуюся в мышлении и в сердце. Призываю имя Хашуа Мелехай на воздух. Призываю имя Хашуа Мелехай на потоки информации, находящиеся в воздухе. Призываю имя Хашуа Мелехай вниз. Призываю имя Хашуа Мелехай наверх. Призываю имя Хашуа Мелехай назад. Призываю имя Хашуа Мелехай вперед. Призываю имя Хашуа Мелехай влево. Призываю имя Хашуа Мелехай вправо. Призываю имя Хашуа Мелехай на глаза, на уста, на уши, на обоняние, на осязание. Призываю имя Хашуа Мелехай на головной мозг, на все клетки, ДНК, находящиеся в теле, на все нейроны головного мозга, на всякую нейронную связь в головном мозге. Призываю имя Хашуа Мелехай на кровь. Призываю имя Хашуа Мелехай на все внутренние органы. Призываю имя Хашуа Мелехай на все физическое естество. Ура баракара бакара бакара кинда гуду гудум бакара 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 бакара. Рела кумба кара бакара 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 кенду гуду гудум бакара 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 кенду гуду гудум бакара 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 кешуру кенду гуду гудум бакара 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 кенду гуду гудум бакара 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 кенду гуду гудум бакара 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 кенду гуду гудум бакара 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 kala kala koro koro kala 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 koro koro kala 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 koro 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 kala 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 koro koro shubhara bala kala 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 shubhara bala kala bindu. Приветствую на моем канале именем Хашуа Мелехай. Koro koro bakara 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 ke bakara koro koro bakara bakara ke bakara koro bakara 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 ke bakara koro koro bakara 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 ke bakara koro koro bakara bakara ke bakara koro koro bakara ke bakara koro koro bakara 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 ke bakara koro koro 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 bakara bakara ke krum gara bakara 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 ke bakara koro koro bakara bakara ke bakara shugara bakara 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 shugara bakara 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 gara gara koro koro bakala bakala ke bakara koro koro bakala bakala kare shugara bakara 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 gara gara koro 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 bakara 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 ke bakara 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 shugara bakara 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 shugara bakara 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 shugara bakara 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 koro koro bakara bakara ke bakara koro koro bakara bakara ke bakara koro koro bakara 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 gara 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 gara
Bakara 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 bak
Gara-gara
Вся суть борьбы. Вся суть войны. Если это можно назвать таким образом, она не во внешнем мире с кем-то, на самом деле. Она прямо внутри тебя.
Поверь, ты можешь думать, что ты неодержим, и ты на самом деле реально неодержим. И ты думаешь, что все окей. И вот самая, так скажем, какая-то штука, которая только может быть, это в мышлении ложь. В мышлении то, что заложено не от истины. И вот самая война, она происходит именно с этими вещами. И если Хашува Мелеха и воюет чем, реально, живым словом, откровением и познанием, то это с брехнёй, которая у тебя в мышлении или в сердце. Потому что абсолютно бессмысленно побеждать дьявола где-то во внешнем мире, бегать за ним, мотаться и поражать его. Потому что то, что он насеял в тебя, вот это вот на самом деле та херня, с которой нужно разобраться, а не с тем, кто в тебя ее насеял уже. Понимаешь? Потому что даже если будет устранен тот, кто в тебя это насеял, тебе от этого легче не станет. Свобода приходит не в результате того, что по внешнему там кто-то какой-то дух там связан. Кто-то там где-то кого-то там связывают, ой, там бесов там изгоняют. Ребята вообще просто играются в какие-то игры под названием христианство, какое-то продвинутое. Не понимая на самом деле то, что вся суть беды, она во лжи находится, в мышлении. Ну, изгнали дьявола из него. Ложь осталась. Что дальше? А тебе ложь не ушла, ты просто тебе легче стало. И пока ты там находишься в атмосфере, там, энкаунтера, это все окей, ты такой, вау, ну ты ходишь с этой ложью, понимаешь? Ты ходишь с этим семенем лжи, которое у тебя в мышлении насеяно лживыми духами, духами обольщения. Они отошли, да, на время от тебя. И ожидают, когда сейчас собирается там толпа. И потом бабах по тебе такой ударчик. Я такой не понял, а что через месяц? Блин, со мной еще хуже стало, чем было. Да потому что брехня, которая у тебя была в мышлении, никуда не делась. И то... Так, только крючок, за который тебя цепляли, и через который на тебя влияли, и через которым тебя управляли, он внутри тебя так и остался. С этим никто и не собирался разбираться. В этом трагедия вот этих всех инкаундеров, которые устроили люди, платя огромные бабки,
за то, чтобы приехать, получить облегчение и через месяц вернуться в еще худшее состояние. Люди думают, что самое главное в жизни – это встреча. Шучу. Я тебя разочарую. Это абсолютно не так. Это только начало. Конец дела лучше, начало его. Ты знаешь, когда Хашима Малика достигает своей цели, вот это действительно есть самое главное. А достигнуть цели можно только тогда, когда ты начал познавать Всевышнего изнутри себя. И посредством познания его ты получаешь свободу от лжи и всяческой брехни. В твоем мышлении становится свободным поистине, потому что он тебя освобождает прямо изнутри тебя. Не просто от бесов, не просто дает тебе какое-то некое облегчение, а именно реально свободу мышления. От всяческой лжи. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Я лишь говорю о тех вещах, которые мне открыты, через которые я, понимаешь, пройдя через определенный опыт, познание Хашива Малика, то, что он мне открывает, я говорю даже не с позиции опыта, а с позиции того, что он мне открывает это. Он мне это открывает. Он мне это открыл. Ну и плюс еще опыт. Но самое главное, то, что он открывает, а не опыт. Опыт – это последствия. Он тоже важен. Но в меньшей степени. Потому что за все решает живое слово, а не опыт.
Аллилуйя, нама. Аллилуйя, нама. Эла махала. Аллилуйя, нама. Kumbale malai,
Хамбале, рамале. Гула маламе. Ты знаешь, что-то христианство так решило, что ихняя вся борьба вот она как бы все. А цель вообще не познание Хашува Малихай, а война с грехами. Вообще не поняли на самом деле, зачем тогда Ишуа вообще на кресте взял грех. То есть ты воюешь с тем он разобрался на кресте. Ну как же я согрешаю, мне же надо перестать согрешать. Сложно тебе это объяснить. Но надо просто забить. Цель познания Хашува Малиха. И они даже пытаются, как говорят, духом умешаем. Цель поставили бороться с грехами. Уверяю тебя, с ними не надо воевать. Их не надо преодолевать. На них вообще не надо обращать внимание. Потому что слабости твои, твоего тела, плоти твоей никуда не денутся, дружище. Как бы ты ни вертел, и цель не борьба с грехами, а цель познания Хашува Малихай не ради борьбы с грехами, а ради познания. Потому что пока ты воюешь с грехами, ты не познаешь его. Ты смотри, как тебя обманули.
Тебе говорили, тебя убедили, так и надо воевать с грехами. Надо все время обращать внимание, как бы не согрешить, как бы не согрешить, как бы не согрешить. Да забей ты вообще на это! Вообще абсолютно! Забей на все это! Это ловушка! Да, ну как бы твоя психика будет ёкать. Ну как же я в рай-то попаду, если я не буду обращать внимания? Ну вот я согрешил, как бы и забить мне что ли на это. А как же я в рай-то попаду? Вот Всевышний с меня спросит. Ты идиот. Пока ты воюешь с грехами и обращаешь внимание на свои грехи, ты не познаешь Хашува Малехай. Пойми ты это, наконец. У тебя нет познания в это время, когда ты воюешь со своими грехами. Потому что ты сконцентрировался на внешнем, а надо на внутреннее сконцентрироваться на познании, несмотря на все происходящее во внешнем мире. Бомбарила мало! Лика на мундри бита на море! Хелемана михалама! Тилямим пекиндала пундри хай! Самое центровище, центровище, это познание Хашува Малехай. То, что называется делами плоти, духом умышляем дела плотские. Это говорит о том, что через познание его он раб мой, праведник, оправдает многие грехи на свет унесет. Пойми, когда ты познаешь его и не обращаешь внимания на то, что у тебя там, может, где-то какие-то слабости проскакивают, вообще не пытайся даже каяться, раскаиваться и прочие вещи совершать. Не нужны абсолютно, не вообще абсолютно никаким боком Всевышний вообще никак не повлияет на то, что вообще не на что. Просто продолжай пребывать в познании его.
Я куру макара бакара 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 кинда куду куду бакара 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 кинда. Я куру куру бакара бакара кинда куду куду бакара бакара кинда куду шу шу хара бакара бишла хара бинда кра куду 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 бакара бакара бинда куду куду бакара бишла кра куду куду ба. Я куру куру бакара бакара кинда куду куду шу хара бакара хара бакара бакара шу хара бира хара шу хара бира хара бинда хара куду куру бакара 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 шу хара бира хара бира хара бакара 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 бакара. Я куру. Гара-г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 ара
Через познание его он, раб мой, праведник, оправдает ноги и грехи их на себе понесет. Это не твое согрешение. Это его. Дай ему возможность разобраться с этим. Не надо даже пытаться просить его об этом. Потому что это бесполезно, задача убирается. Он тебя не станет избавлять, пока ты ему достаешь этим вопросом. О, избавь меня от этого, избавь меня. Да не избавит он тебя. Потому что ты вообще не о том просишь. Через познание его он, раб мой, праведник, оправдает ноги, грехи их на себе понесет. Через познание его он, раб мой, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Через познание его он, раб мой, праведник, оправдает многих, грехи их на себе понесет. Через познание его, благодаря познанию его, он, раб мой, праведник, оправдает многих, грехи их на себе понесет. Да мне плевать, что кто-то мне не верит. Что мне плевать, что кто-то вообще отказывается верить, считает вообще меня сатанистом. Мне вообще плевать на самом деле. Через познание его, он раб мой, праведник, оправдает многих грехи их на себе понесет. Через познание его. То есть нужно познавать его. Нужно пребывать в познании его. И посредством познания его приходит оправдание. И грехи мои и твои он на себе несет. Когда ты пребываешь в познании его, когда ты познаешь его. Ro 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 ro
На этом закончу. Пусть познание Хашува Малихай изнутри умножается. И пусть мир его в познании его умножается изнутри. Именем Хашува Малихай.